А вот 20 века, там, в Киеве при оккупации есть случай такой в 40-х годах, ну, когда немцы были в Киеве, когда у детей, трое детей умирает, отец на фронте, мать умерла. И они не знают, что делать, мало-мало-меньше, там 7, 8, 9 лет, и малышня. Они говорят, надо что-то читать, когда человек умирает. Ну, псалтирь читают, они там знают, что читать. Они берут акафист Николаю Чудотворцу, и грамотный, самый старший из них, читает. Мать мертвая лежит в пустом доме, кругом немцы, война, отца нету, никого нету, как бы он читает. А там есть там в одном из икосов такой «Радуйся, мертвецев оживления» Николаю. И он читает «Радуйся, мертвецев оживления». И на этих словах мама вот поднимается живая. Вот это факт.